Здравствуйте, Давинч на связи. Хаос Флиппер у нас уже на очереди. Наконец-то я решился с ним поиграться уже с новым DLC. Ну как новым? Уже как год вышедшим. Ну да ладно. Поехали, посмотрим. Это у нас вступление. Вот у нас новые заказы. Называется «Я переехал от родителей». Вот это... О боже, как там все чисто. Это моя новая хата, представляете? Ну и что-то с клавиатурой резко стало плохо. А ну-ка, клавиатура, не подводи меня. Давайте хотя бы расчистим это все говно. Называется... Все, на что хватило денег. Да, я типа по сюжету бедный студент, я переехал, все дела там, ближе к авиагородку. Что-то слишком мажорный там авиагородок, если честно. Вот туда дальше. Заходим в гадюшник. Убираем это сразу все. Убираем. Не знаю, зачем мне бензопила, но пусть будет. Дверь за собой закрываем, мы воспитанные. Состояние счета 1,5 миллиона рублей. Ну не такой я уже бедный. Не знаю, зачем я тебя на входе положил. Давай-ка тебя положим вот так. Штукатурка здесь уже как будто кто-то пописил сверху. Фонарик. О боже. Мать твою. Так, давайте смотреть, что у нас заказы какие есть. Александра Кваша. Бывший вынес с моего дома батарею. Так, я хотел бы поручить в вашей фирме работу, бла-бла-бла. Ну, поехали, посмотрим, что это у него. Поехали работать. Мне даже метлу подарили, представляете? О, господи. Хороший тут бывший был. Так, лампу хотя бы. Сейчас нет, не лампа. Вас верни. Так. Тебя убираем. Чайник. Все бы ничего, но я швабры чищу диван. Ну ладно. Время тяжелое. Чем-то кого-то чистить все равно приходится. Пиво попил, и ему стало плохо. Вы меня еще извиняйте, кстати, с Новым годом. У меня, как всегда, насморк, и за окном стреляют соседи. Я развиваюсь. Неужели хоть где-то в жизни я развиваюсь? Постели как в общаге. Как будто из общаги стрелили. 25 кусков с этого бургея. А здесь все, да. Дверь за собой закрываем. В прихожей прибираемся к Новому году. Быстрые ручки. Да, вот как раз мне то, что нужно, то я криво ручка по жизни. 4 куска за кустарник. Вы что, угорайте? Так, тебя прикручиваем. Я у мамы сантехник. Так, все докрутил. Дальше. Здесь, в туалете, мы за собой приберемся, хоть это не мы засрали. Тумбочка стоит, похоже, что не так и не там. Пусть она будет вот здесь. Или это не тумбочка. В общем, я без понятия, что это. В сад можно выйти. Повыдирать кустарники. 44 кусков. На 100% выполнен заказ. Теперь, наконец-то, я в своем гадюшнике могу немножечко прибраться. Когда готовишь хату к Новому году. Но у тебя есть всего лишь швабра и всего. И нету батареи. На таран заходим в туалет. И закрываем его. Из гадюшника выполнять задание. Екатерина Иванова. Так как мы хотели посмотреть сад принципиально, так что давайте пойдем убираться в саду. Так, ландшафт и дизайн. Пошли искать закладки у него.
Так, отсюда выдергиваем все сорняки. Все сорняки. Нормальные такие хорошие деньги. 3,5 тысячи, даже 4. За то, что просто сорняки убрал. Так, здесь тоже выдергиваем все сорняки. Так, рассыпать покрытие гравий одноцветный. Магазин. Гравий одноцветный. Засыпаем. Пусть сделаем полную поляну. По идее получается, что они просят, чтобы все покрытие было. Вместо вот травы. Давайте больше гравия. Нам нужно больше гравия. Ад, скотина, здесь двухцветный нужен был. Все засыпаем, все засыпаем. Закладки все засыпаем. Восстанавливаем ситуацию вот здесь. Так, теперь нам надо кустарники покупать. Так, купить несколько. Ставь растения. Копаем. Делаем клад. Выкапываем это все. Интересно, куда он отбрасывает землю? В какую-то бесконечность. Присыпаем землей. И поливаем. Так, яма выкопана. Как здесь он наклоняется. Как я могу полностью завершить заказ, когда еще не до конца это все выкопано и не посажено? По лесу лопатой. Так, поливаем. Заказ выполнен. Почти 100 кусков заработали. Теперь у нас есть лопата. И теперь мы можем фотографировать и вешать все на стену. Надо убрать кусты. Давайте еще посмотрим. А мне подарили на Новый год газовую косилку, представляете? Только это триммер называется. Ну ладно, садовый. А в игре это вообще садовые ножницы. То мы засыпывали траву, то теперь просто косим. Косим, все аккуратно. Все с краев. 6-6-6-6-67. Смерть перфекциониста. А, вот эти все кусты надо. Идем покупать траву. Так, купить. Скорее всего, это делается вот так. Поехали, раскладываем. Один участок готов. Дальше идем косить. Вваливаемся на вечеринку. В атаку! Такой маньяк с косилкой. Какие-то какашки осталось еще скосить. Он мне не дает так просто закончить это победой. Все. Траву скосили. Нет, чтобы большой. Заказ готов на 100%. 47 кусков. Я в офисе. Давайте хоть в порядок приведем наш участок.
Во имя авиации. Косим мы траву. Чтоб я еще здесь, еще хоть раз здесь траву косил, ну нафиг. Тримером убирать, косить траву, вернее, здесь, это ужас. Тихо. А, так кротовый нор, оказывается. С размером как камень, господи. Фуй. Какой скример сейчас был, ни хрена себе. И пытаемся делать красиво. Я надеюсь, ты на дорогу не будешь сбрасывать это все. Засаживаем, засыпаем, чтобы мой гадюшник не было видно. Когда идешь сюда. Все, у меня есть батарея, представляете? Давайте хоть для хорошего вида кровать, что ли, новую поставим. Так. Нифига тут ценники. Кроватка самая простая. Гриль. Прям как в каком-нибудь двухзвездочном хостеле. Или в апарт-отеле, или в Сочи, когда я пытался смотреть. Было что-то похожее. О, на Авито за 300 рублей выставил кровать. Все. Чуточку преобразовались сегодня. Можно, в принципе... А, еще в туалете надо повесить батарею. Ну, пусть какие-то одноразовые полотенца будут тут сушиться зимой или летом, не знаю. В принципе, он тоже же будет греть, поэтому... От него будет какое-то тепло идти. Все. Ребятки. Сегодня более-менее как-то мы с вами преобразили чуть-чуть этот домик. Кружку пусть сюда. Когда-нибудь мы это еще починим, все это восстановим. И у меня будет красивый домик. А пока... Сегодня все. Всем спасибо, всем удачи. Пока-пока. А, нет, подождите, пока. Это может еще отмыть, оказывается. Вот теперь можно прощаться. Всем пока, удачи.